Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня АС-сервер опять. И мы будем сегодня ролить на аккаунте моего подписчика Игоря с ником Trash. Это английский AS. Ой, говорю английский. Какой английский? Это AS-сервер. Просто обычный AS-сервер. Их тут вроде два есть. Насколько я знаю, арабка. И... Второй типа английский, я не знаю, там английский, русский. В общем, на сервере их всего лишь два. Так, аккаунт у нас неплохой музончик, новые добавили. Аккаунт у нас бездонатный фактически, то есть здесь ничего такого сверхъестественного нет. Вот такой вот у нас коллекционер, реально коллекционер обалденный. Я еще посмотрел коллекционер на... английском сервере, на андроиде там тоже реально он сегодня крутой. Возможно, в конце видоса зайдем, я вам покажу еще раз два топовых коллекционера на сегодня. Ну и плюс, конечно же, немка. На немке без этого никак. В общем, что у нас есть? Так, вот такой вот магазин скидок у них. Ну, довольно-таки неплохо. 10, ребят, 10 сумок. Можно собрать отсюда суперсилу, можно собрать отсюда королеву ос. Ну, она, честно говоря, такая себе. Но опять же, 10 сумок дают. Вот в чем плюс. Так, если у меня там будет сейчас печать, сори, я маг переустанавливаю. Такс, что у нас есть сегодня интересного? Поехали посмотрим, что ему надо вообще выбить на этом аккаунте. Я надеюсь, там музычка не сильно громко. Так, паладин, снайпер, роза, понятно. Фобы нету. Космо. Ну, выбьем Фрэнка, получим сразу же космо. Так, зефир, понятно. Королева ос, оккультист, землеройка, свален, Махатма. Ну и Мишаня. Новый герой сегодня. Здесь было обновление, которого никто не ждал. К сожалению, на AS-сервере в запределе ребята так и не смогли пойти, потому что оно открывается в понедельник-пятницу, если я не ошибаюсь. Ой, точнее, понедельник-четверг. Или понедельник-пятница. Но, в общем, здесь оно, к сожалению, не запустилось. Так, ну что, поехали, будем пробовать выбивать. Блин, как неудобно, честно говоря, на мобильном, я не знаю. Оно может быть и по удобству хорошо, но я привык мышкой уже все-таки на эмуляторе щелкать. Так, ну что, 150, он сказал, у него есть еще карты. Сейчас мы проверим. Трифит выпал. Так, найм за самоцветы. Не понял. Нанять. Давай нажимайся. 150 не дает. Так, давайте попробуем. Так, сменка, сменка. Вербовщик героя. Вот. Найм героев за самоцветы стоит на 20% меньше в течение 30 минут. Действует только на первые 40 героя. Ну окей, поехали. Нажали. Может, больше шанс. 360, 450, ну 100. По сути, каждая третья, четвертая тычка, и сразу же падает нам командорка. Она фактически будет бесплатной. То есть это улучшает и увеличивает ваши шансы на найм редкого Дракос. Сноу. Не, я понимаю, АС. Но нам надо имба, Леди Лео. Дед Мороз. Так, на складе у нас не хватает. Анубис, нифига себе. Вариант Арташка. Так, еще надо добавить слотов. Ну, хоть слотов на склад добавим. 150, 450. Ой, уже пошли по 450. Идем в рейд.
Ну, такое, честно скажу, я бы не сказал, что прям мега-мега вау C15. Пока не очень. Посмотрим. Надеемся. Как-то странно, в последнее время одни и те же герои, недостающие у многих. Так, аж притормаживается трюм. Передача изображения, конечно, печальная, печальная. Ну, мы ролим. Мы не играем Need for Speed. Так, триантик. Понятно все. О, видите, а дальше я не могу использовать. То есть нам приходится ждать 28 минут. Вот немножко неправильно. То есть получается, вам приходится через полчаса опять ролить. Я вот даже не знаю, я задумался над этим. Нахрена делать тогда ограничение? Сделайте просто 30 минут. Я не могу использовать следующий итем. Жесть. Малышник. Фараон. Призрачный. Это просто аут какой-то, ребят. Ворожей. Где имба героя? Такое чувство, знаете, что вот наш космо, ебой, вот так вот поставили по лайку, мы вытащили космо, мы вытащили наконец-то хоть какую-то толковую легу ему. Да, вот так вот. Конечно, было бы круче Фрэнки, там бы мы получили еще Бугича, но ему Бугич вроде и не нужен. Так, окей. Поехали его откроем. Я вот даже не знаю, мне, честно говоря, хочется... Поздравляю с космиком. Ты этого хотел. Подрубили мы админ панельку наконец-то на 7.15, капец. На АЭСе. Блин, вот я вот даже не знаю. Вот смотрите, использовали 26 минут. Ну вот что за фигня? Вот я понимаю... Если вот вам надо быстро ролить, там не хватает времени, вы захотели потратить, нахрена оставлять время? Сделайте, использовал, все, имеешь возможность дальше использовать. Давайте попробуем использовать через алтарь, может даст. Но это просто пипец. Не дает. Просто тупо не дает. Жесть. В общем, будем клеить, наверное, видос. Мне интересно просто именно таким образом паролить, посмотреть, как же все-таки падает. Давайте делаем перекур. Ждите дальше. Ну что, ребят, продолжим веселье. Используем вербовщик героев. Прошло 30 минут. Ничего не сделаешь. Такие правила они сделали, хотя я не понимаю, нафига. До этого было все нормально, все good. Но, видите, хочешь ролить 40 героев, пожалуйста, жди полчаса. РТшка призрачный всадник, неплохо. Так, Влад Дракула, но будет у нас еще хоть один недостающий ворожей. Все куплите Лео. Все, по 420. 420, видите, и сразу же 450. Ладно, давайте попробуем по 450 заролить. Оставим мы еще один итем. Паладин. Ну, честно скажу, такое. Хранитель суккуб. Что у нас получилось? 10-15. Ну, по слизням вряд ли мы их соберем. Не знаю, я не играю много в коллекционеры на iOS-ике, поэтому ничего не могу сказать, сколько здесь надо самому, но, как видите, печальненько все. Поехали. Надеемся, что сейчас у нас на последних 10к у нас приходит еще один недостающий герой. Поздравляю. Землеройка, неплохо.
призрачный, надо еще имбу, ребята. Тесочка. Давай, рандомчик, Дракос. Одержимый королева Гарпий. Ну, паладин, это понятно. Атлант. Еще круче. Ну, давай, рандом. Ледяной Феникс. Но он у него, к сожалению, или к счастью, наверное, уже есть, поэтому он ему не нужен. Вот так вот. Вот такие вот дела. 12-15. Вот так вот. Печальненько. Ну, хотя, с одной стороны, что печальненько. Два героя топовых, землеройка, блин. Реально кайфовый. Для PvP локаций герой, для фарма тоже неплохой. Особенно для волн. Плюс самая имба, которую все хотят, это космо. Видите, ни скитальца, ни сварена, к сожалению, мы не словили. Так, окей, поехали, посмотрим, с какими они там талантами повылетали. Даже скин у него уже есть, нифига себе. Бум, бог войны. Просветик, наверное, закинем сюда. Смотрите, как бог войны падает. Давайте еще одну коробочку. Баст. Ну, не знаю. Попробуем. Разброс. Просвет. Ну, не знаю. Пусть уже сам определится, кому поставить. Я не буду уже тратить. В общем, такой вот коллекционер на сервере. Кто играет, кидайте заявочки паролями вам. Постараемся вытащить недостающие героя. Всем удачи, всем пока.